Савиолу, и в составе появились Калачини и Карлос Тевес. Может быть, побыстрее будет разгоняться сегодня аргентинская атака. Посмотрим. В любом случае, итак, составы. Сборная, которая здесь царит на поле. Вы знаете, очень неприятный удар был сейчас Лукаса Подольски. Мяч скакнул перед... Шнайдер. Хороший пас! И Михаэль Балак. Вот вам, пожалуйста, ответ. Ответ сборной Германии. Немецкие или какие-то другие. Валентин Иванов отсудил так, как следует судить каждое нарушение правил. Его можно упрекнуть, наверное, только в том, что он мало дал желтых. Рикельме, и снова попытка сыграть на ближнюю штангу. Но Сорин там все время дежурит. В расчете на то, что удастся раит Эрнан Креспо. Все. Раздается свисток об окончании первого. Несколько команд, если из состава этих команд выпадет... Быстрые атаки немцев. Удар! Рикельме подает, и Аяла. Такой гвоздь наших известных футболистов, которых я опрашивал перед началом этой встречи, не оправдываются. Подача. Габриэль Хайнца на месте. Балк провоцировал арбитра на пенальти, но внимательно. И вновь Швайнштайгер. Абондансьери. И мяч попадает в Аялу. Автор гола спасает свою команду сейчас. Кстати, они в руку ли Аяле попал мяч. Там нападение на вратаря было. Да нет, 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 не в руку. Рука была абсолютно прижата к корпусу. Даже никто из немцев... Там, посмотрите, просит замену. Главное, чтобы не были повреждены внутренние органы. А так гематомы вратари переживут. Здесь может быть и перелом. Швайнштайгер решил сразу проверить Леонардо Франко. Рикельме свое дело уже сделал. Рикельме забил. То есть сделал подачу великолепную. Тевес! Родригес! Удар! Нет, нет, не гол! Как показалось многим, вздохнул стадион. Мяч попадает в сетку, но с другой стороны. А вот поперечная передача. Посмотрите, чего. Яса. Но все-таки, вот как в картах часто, Боровски бьет издали, Франко на месте. Как бы это замена для тех, кто играет. В качестве точной передачи проследовать. Вот момент! Просто прибавил, а он превратился в очень разностороннего футболиста. Клозе! Который сравнивает счет! Клозе! Клозе взрывает тишину во всей Германии! И вот эта атака, которая зародилась, кстати, направо. Родригес справа получает пас. Желтая карточка Родригеса. Давайте посмотрим, посмотрим внимательно. И что? Это ли не пенальти? Это 150% пенальти. Посмотрите, до мяча не касается. Но вот у судьи другое мнение. Круз с мячом рвется. Подача. Удар. Вне игры мешал сейчас Тевес. Да, Тевес был в положении вне игры. Вы знаете, вот продолжим мысль. Показывает Сорин. Все в штрафную, все в штрафную. Нет, не дал Любаш Михел ввести мяч в игру. Посчитал, что хватит. Повторить, тренера. Повторить успех Бекенбауэра. Да, выиграть чемпионат подчеркнули, мне кажется, равные соперники. Удар. Пока весы находятся в состоянии равновесия. Даже удивительную технику футболистов, особенно аргентинцев. Гонсалес!
Неточный удар. Гонсалес хотел быть Родригесом. И также Дэвис Слам, он борется, здорово корпус ставит. Дальний удар. Не попал мяч в голову Лемону. Ранее зазор держит, пожалуйста, во фланг уходи, а под правую пробить поворотом не даст. Калачини бьет с правой, но не точно. По силе удар был очень неплохим. Он взял, забил зону. Тевесу привел туда защитника. Но продолжается комбинация сборной Аргентины. И вот Карлито бьет. И вот он, свисток. Да, закончилось. И дополнительное время этого Франко умел это делать великолепно. Сильнейший удар Ноймеля. Великолепное исполнение в девятку. Баджо. Баджо. Удар. Молодец, Балок. А Балок в другом ряду. А правее было забито. А с пенальти нет. Левая. Обманул Родригес. Летит в Буэнос-Айрес. Удар и... Все. Вот теперь все. Все для сборной Аргентины закончилось. Йенс Леман отражает очередной пенальти. Красную карточку кому-то из игроков сборной Аргентины. Откровенно говоря, вот в этой куче мале трудно было понять, был наказан, но в общем то, о чем мы говорили по ходу всего матча, что...